От правосудия не скрыться. Сотрудники Следственного комитета СКР Почувашии совместно с сотрудниками МВД Почувашии задержали фигуранта по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве предпринимателя и его водителя, совершенных еще в 2001 году в Маргаушском районе. Мужчина в последнее время проживал в Белгородской области. Сейчас он доставлен в Чувашию и заключен под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в разбое и убийстве двух человек. По версии следствия, около 5 часов утра 4 мая 2001 года обвиняемый на дачном участке, принадлежащем 34-летнему злоумышленнику и расположенном в одном из садоводческих товариществ на территории Маргаушского района, принял активное участие в совершении разбойного нападения и убийстве. Фигурантам уголовного дела было известно, что потерпевшие собирались ехать в Нижний Новгород за продуктами детского питания с крупной суммой денег, и с целью завладения ими владелец дачи по предварительному сговору со своими сообщниками уговорил предпринимателя заехать туда под предлогом забрать попутный груз. Там злоумышленники напали на потерпевших. Уголовное дело возбудили через несколько дней. Пятерых преступников осудили на разные сроки. Трое оставшихся на свободе злоумышленников были отправлены в розыск. Спустя несколько лет двое были задержаны, а местонахождение третьего до последнего времени обнаружить не удавалось. По словам заместителя начальника отдела управления уголовного розыска МВД Почувашии Евгения Андреева, все это время мужчина контакты со своими родственниками не поддерживал. В поле зрения правоохранительных органов не попадал. На жизнь он зарабатывал, трудясь неофициально в автомастерской в городе Старый Оскол. Задержать преступнику удалось на месте проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».